Национальный инспекторат патрулирования в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Детское кресло» в Камрате составил несколько протоколов на водителей, которые перевозили своих детей без детского удерживающего устройства. Было проверено несколько машин, в которых находились юные пассажиры. Проводится акция «Дарим детские кресла» водителям, которые управляют транспортными средствами, в которых дети присутствуют до 12 лет. Ввиду того, что совершается много правонарушений, согласно правилам дорожного движения 82 статьи, сегодня мы дарим детские кресла, чтобы водители, а также маленькие их пассажиры, были защищены в момент участия в дорожном движении. С каждым из водителей была проведена беседа о правилах безопасности ребенка в автомобиле. Составили, да, протоколы согласно кодекса правонарушения, статье 240, части 1. Там статья предусматривает штраф от 20 до 25 условных единиц с начислением 3 штрафных очков. Также любой водитель может воспользоваться специальным правом оплатить штраф 50% штрафа в течение 72 часов. Наряд национального патрулирования в день проведения мероприятия с самого утра нес службу вблизи детских дошкольных учреждений Камрата, куда многие родители каждое утро привозят своих детей. Вместе с ними был и молодой сотрудник Алексей, который всем детям дарил детские кресла. Я хочу дарить людям улыбки на лицах, чтобы они радовались, то, что мы защищаем их, потому что мой папа полицейский. Для всех водителей полицейский рейд стал неожиданным. Почему нарушаете? Нет возможности. Добро делаю, помогаю людям. Знал, прежде чем это должны были, завод должен что-то изготавливать для детей, это, ремни или что-нибудь. Родители согласны с тем, что нарушили правила дорожного движения, так как спешили на работу. Они признались, что не соблюдают закон, не покупая для своих детей детские кресла. Пока они были маленькие, у нас было кресло, а сейчас они уже большие, и кресла не соответствуют весу ребенка. Поэтому приходится их пристегивать сзади. Как бы мы всегда их пристегиваем, у нас их трое, как раз они помещаются, и мы их пристегиваем, потому что может машина резко затормозить, и ребенок может просто слететь и повредиться. Вот там сзади выходить, соседи тоже опаздывали в школу, взяли подвезти, и не было места, и взяли, как бы ребенок пришлось это. Потому что одну в школу, другую в садик надо, и мы опаздываем. В стране действует правило – возить детей до 7 лет на руках запрещено. В машине должны быть детские кресла по размеру ребенка, а детей от 7 до 12 лет следует возить на специальной подушке или детском сиденье. Сажать детей впереди также не разрешается.